Всем море приветов, друзья, и, конечно же, гости моего канала Нептун здесь, и мы продолжаем приходить 5 ночей с Фредди, финальные часы 2. Ну, музыка так ничего, 90-е, эпоха видеокассет и прочее, да? Немножко криповости, ваши серые будни. Мы остановились где? Мы прошли первую ночь в части 1 и в части 2. Вторую ночь тоже прошли везде, а вот третью ночь мы прошли только в части 1. Поэтому начинаем с части 2. Напомню, что там бегает дикий Спринг Бонни, и Фред Бир тоже ходит. Ну, медленно, правда. Но все равно. Поехали. Что за ролик? Ролики здесь всегда разные, бывают. Вот, например, лапы Фред Бира. Да? Это же его лапище. Так. Черт, чувствительность дикая. Так, я пока залезу. Мало ли что, вдруг он пробежит. Музыка вроде бы другая здесь, да? Ах ты твою... Фокси? Откуда здесь Фокси? Твою мать. Опять у меня курсорчик пропал, как обычно. Так. Третья ночь. Тут, друзья, Фокси появился. Я думал, Спринг... Ой, Спринг Бонни, типа, бегает. Дико. Ну, подожди. Это Фредди. Окей, Фредди. И, видимо, Фокси. Но он стоит на месте. Хотя он бежит. Тихо. Ага, он бежит. Его можно, в общем-то, определить. Его приближение по горящему освещению, да? В общем, плевать на камеры. Просто смотрим, как и раньше. Такой тактикой. Так. Окей. Это же не Фред Бир, это просто Фредди. А, ну теперь Фредди. Вот в чем фишка, да? Рилли, это просто Фредди. Необычненько, да? Фредди просто ходит, окей. А Фокси бежит. Так, пока никого нет. Если что, я готов забежать. Вот, бежит. Ну, вроде пока терпимо, да? И такая расслабляющая музыка играет, релаксирующая. Боже, это так приятно. Как эта игра может напугать? А поверьте мне, еще может. Может еще как. Видимо, здесь аниматроников нет новых. Ну, точнее, вот, допустим, в части 1 там просто усложняется тем, что добавляются новые аниматроники. А здесь новых аниматроников нет. Ну, точнее, их количество не растет, их всегда два, просто они меняются между собой. Нужно просто их вовремя разглядеть, понять, как против них играть. Какая тактика против них? Так. Надеюсь, что я залез сюда вовремя. Пробежал. Давай, Фредди. Фредди, что я говорю? Фредди. Хотел сказать Фред Бир, но в итоге... Передумал. Представьте быть навеки запертым в костюме Спрингтрапа. Гнить там, внутри. Это такая жесть. Не хочу такого счастья для себя. Я хочу видосики снимать. Парам-пам. Гитарка все же меня беспокоит, эта гитарка. У меня к тому же ноги есть. У-у-у, прикольно, да?
Причем не просто анимация одна, она анимация здесь есть и хождение в бок, хождение назад, да? Разная анимация ног. Это прикольно. Видно, что разработчик в этом плане постарался. Видите? Ноги ходят по-разному. И вперед, и назад они двигаются по-разному. Поэтому я в эту игру чувствую себя, как будто я реально в шкуре этого человека. Это полное погружение. Это замечательно. Так, сейчас побежит Фокси, по идее. Совсем скоро. Я вовремя зашел, потому что еще и Фреддик подбежал. Давай, приходи, 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 приходи. Фух, отделались. Легким испугом, да? Тарам-парам-пам-пам. О, мини-игрушка. Опять какая-то жуткая криповая. Что это такое? Ну, типа стены, но не полупрозрачные, потому что я вижу с другой стороны какие-то объекты. Кругленькие или вытянутые. Очень необычно. Кстати, друзья, вы не замечаете, что эта игра, вообще вся серия финальных часов, очень похожа на игру Крамми? Помните, приходил Крамми? Она такая немножко депрессивная была, жуткая игра. Так вот, это один и тот же разработчик. У него, видимо, такая фишка, да? С закосом на 90-е, на 80-е, на вот это вот искажение видеокассеты и прочее. Привет. Так. Он исчез, да? Зашибись. А, двери? Это я зашел. Окей. Что меня ожидает впереди? Фиолетовый парень? Окей. Так, ладно, друзья. Я предлагаю нам быстренько перезапустить игру, потому что, ну, мне курсорчик нужен. Так, вот это другое дело. Значит, мы прошли все третьи ночи, теперь пойдем на четвертую ночь. Вот там реально страшно будет. Так. Давайте посмотрим, кто здесь будет меня пугать. Ой! Ах, ты твою! Твою мать! Фокси так и знал. Рано или поздно он должен бегать. Почему он реально бегает? Это вам не шутки, я не успею просто порой нажимать. Ну подожди, а мне нужно его чекать, типа? Он здесь, да? Блин, его нет. Он уже убежал. Как же я вовремя это сделал. Все, я понял. Можно определять приближение Фокси по его... Та-дам-дам-дам, да? Вот поэтому. Блин, это та-дам-дам, оно везде? Так, окей, вроде бы... Вроде бы научился. А так что, он здесь один? У меня такое подозрение, что реально он здесь один. Хоть дело реально, Фокси здесь один. Ну, по крайней мере, я никого здесь не вижу больше. Главное определить... О, нет, не... он не один, тут еще Чика. Все-таки он не один. Так, тихо. Окей. Ух ты. Фух, как я нажал вовремя. Так, тут еще и Фреддик. Значит, они все есть. Все здесь. Ах ты! Да что, ты же ушел, гад! Ты гад!
Ты гад, ты ушел, ты должен был уйти. Фак, блин, круто. Так. Давайте еще одна попытка четвертую ночь пройти. Так тут все, смотрите, вот Бонни, Фредди вон. Бонни, Чика, Фокси, все на месте, друзья. Но камера мне от этого толку камера реально не приносит. Мне намного важнее просто смотреть вовремя за аниматрониками. И затем, как они приближаются ко мне. Ну что, смотрим в оба? Так, тихо. Так, та-дам-дам-дам прибегает. Там-да-дам-там-там. Ладно, все. Не шутим, не отвлекаемся. Наша задача выжить. И сделать так, чтобы Фокси меня не заметил. А Фокси любит меня замечать. У него есть такой острый крюк. Ну, типа, он меня этим крюком постоянно царапает и говорит: Нептунчик, я тебя заметил. Надо тебя поцарапать. Это реально неприятно. Так, Чика, Чика, Чика. Фух, чуть не попался Чики. Но ведь не только она здесь, да? Сейчас еще и Фредик притопает, и Бонни. И вообще будет веселуха. Так, окей. Ты пробегай, и Фредик пробегай. Вот здесь я умер, да? Нужно просто подождать, пока он подальше уйдет. Все, он ушел подальше. Ой, тихо, тихо, там кто-то еще. А, Бонни. Ёлы-палы, чуть не сдох. Так, ладно. Эти ребята все прошли. Теперь ждем Фокси. Так. Так, тихо. Фокси, где ты? Та-дам-дам-дам, где твое там-дам-дам? Вот оно. Тихо. Я боюсь, не хочу умирать. Ну, как бы, наверное, любой не хотел бы умирать, но я очень сильно не хочу умирать. Так, Чика. Все пошло по второму кругу, да? Так, Фокси. Фредика нет? Окей. Хотя, по идее, он должен быть скоро уже здесь, на подходе. Должен быть Фредик. А после Фредика моментально почти придет Бонни. Ну, так было раньше. Нужно мне правильно рассчитать силу сидения под столом. Так, окей, тихо, пока никого нет. Меня больше всего напрягает, почему не пикает носик на плакате. Видите, не пикает. Кексик не работает, все плохо в этой игре. Ладно, шучу, игра хорошая, просто... Так, тихо. Я просто перестраховался, еще раз сразу моментально залез под стол, потому что я знаю, что после Фреддика идет, по идее, Бонни. Так, еще и Чика. Ах ты, зараза, чуть не попался. Вы только не вдумайте там застревать нигде, а то из-за вас я буду вечно сидеть под столом. В этом ничего хорошего нет. Так, Фокси, это твоя последняя пробежка, да, по идее? Нет? Да? Нет? Да? Нет? Да? Я хочу, чтобы это была последняя пробежка. Хватит уже. Уже утро, пора утро включать. Ну? Там-дам-дам, диди-дам-дам-дам. Утро, давайте мне. В студии утро.
Кто-то проголодался, друзья. Хочу кексик. Он так соблазнительно, он стоит на трех телевизорах. Кексик. Опа. Еще одна мини-игрушка. О, неужели что-то не криповое играет? А типа стенка от меня убегает черный. О, привет. Допустим, я взял тебе. Сори, что? Он извинялся передо мной? Так, ладненько, друзья. В общем, осталась четвертая ночь в части 2. Давайте ее поиграем. Тут еще к тому же есть и ролик. Это что, он... Это он в него залазит внутрь, да? Или он его активирует? Так, подожди. Кто это? Чика. Ох ты! Чика, твою ж налево. Так, подожди, я пока не совсем понял, как это работает. Ну-ка, давайте. Сразу в этот. В костюмчик. Чик, типа, пробегает, да? Ага. А, это не Чик, это... Короче, кто бы это ни был, он бежит вот оттуда, с той стороны. А Чик, видимо, идет отсюда. То есть почти то же самое, только наоборот, да? Ах, да! Нельзя ж так делать, нельзя! Окей. То есть они оба быстро бегают, правильно? Я понял, они бегают оба быстро. Поэтому мне нужно почаще залезать в костюм. Ну. Скипнись. Так. Окей, допустим. А, это так он звук такой издает, да? Чайник кипит, как будто. Так. Чайник кипит. Чайник вскипел, друзья. Так это он и есть. Он... А, так он это он и есть, друзья. Он просто бегает взад-вперед. А Чика тогда откуда идет? Охренеть, друзья, завезли мне проблемку. А вот и Чика. Вот и Чика, друзья. Она идет, получается, слева направо, у нее нет рук. Смотрите, одни провода торчат. И чайник вскипел у кого-то. Ах ты, не успел зайти обратно. Боже, не просто это, да? То есть они явно усложнили нам прохождение. Так, скипнись. Так, чайник скипел. Сидим. Ну, в общем-то, понятно. Чик идет отсюда тоже. У меня есть какое-то время, чтобы залезть в костюм. Надо по звуку научиться ориентироваться, да, чтобы камеры не болтать. Божечки, кошечки, как это напряженно. Так, ладненько. А вон и Чика идет. Давай, пробегай, чайник. Кипящий чайник. Кипящий чайник. Так. Вообще, похоже, конечно, я, естественно, что это не чайник кипит, а просто звук помех, да?
Но все равно похож на чайник. Зовите безумного шляпника пить чай. Шляпник, белый кролик, они же любят это дело, да? Пить чай. Еще можно Алису позвать. Алиса! Забыл, что он еще обратно бежит. Ёлки-палки. Все, друзья, главное не забываем и вовремя контролируем, кто куда бежит. Оттуда скоро должна пойти Чика, да? Так вот. Ой! Она что, тоже ходит так? Чика, ты оборзела, что ли? Чика, Чика, алло, Чика. Ну, то есть она прошла туда, и потом оттуда обратно тоже пошла. Она, короче, действует как и этот белый... Кто там? Вот почему белый? Короче, Бонни, да? Кто там бегает-то? Ну, подожди. Короче, вы поняли, да? Что один зад-вперед бегает, что Чика взад-вперед ходит. Охренительно. Да, это Бонни. Все правильно. Это Боняшка. Тихо, 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 тихо. Надо иметь в виду, что Боняшка тоже ходит, бегает туда-сюда, и Чика ходит туда-сюда. Поэтому шанс, что они там где-нибудь затупят, крайне мал. Ну, немножко затупил. Какой хороший костюм. Боже, друзья, хочу себе такой. Чайник кипящий, вперед. Кто-нибудь подгоните мне такой костюм, а? Я хочу быть спрингтрапом. Законом уже не запрещено. Это же священный костюм. Так. Там уже Чика идет. Между прочим. Так. И кипящий чайник должен пробежать. Окей, главное не там не трогай, чтобы она не застряла здесь, посередине. Это будет очень и очень некруто. Так, кипящий чайник, возвращайся. Там Чика уходит, иди догоняй. Бонни, ты, кстати, гитарку забыл. Возьми гитарку поиграть. Ай-яй-яй. Я бы на твоем месте взял гитарку. Она хорошая, рабочая. Ее там слегка подтянуть, поднастроить, и все было бы круто. О, опять мини-игрушка. Ну, неплохо, давайте. Что-то меня ожидает. О, чуть необычная темнота какая-то. Так, я прошел через темноту. Что? Килл, что? Кого-то, кто-то кого-то убил, друзья? В этой мини-игре. Ну? Что, можете меня поздравить? Я прошел с первой по четвертую ночи во всех частях. В следующей серии будем проходить пятые ночи, это будет настоящая жесть. Но также посмотрим менюшку экстра более подробно. Поэтому давайте всем... Спасибо, друзья, за внимание. Вот такая вот вышла сегодня серия, насыщенная. Было много эпичного, смерти, и игрушка действительно разнообразная. Это приятно. Ставьте пальчики вверх, поддержите мое видео, и непременно вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем здоровья и позитива. Всем пока-пока.